поехал в зону Акбарса и завершил свой забег, по сути, ни с чем. Отличная атака у Акбарса. Секач не переиграл Сапрыкина. Вот это момент. Не же Секач. Его момент был самым ярким в предыдущем отрезке. Азеведо, во-первых, хорошая передача, да, в разрез двух игроков. И здесь, да, в щиток. В щиток попадает Иржи Секач. А это значит, что большой молодец, молодчина Игорь Сапрыкин. Распластался, низ ворот перекрыл, верхние углы. Там уже как получится, там не всегда хватает скорости, резкости голкипером. Но и Секач шайбу не поднял. Сапрыкин сделал все, что мог. И старался не зря.